Опа, контент. Так, здесь никак, здесь закрыто, хорошо, договорились. Ебать. Так, пошли дальше. Ну блин, здесь только один путь мелком отмечен, значит нам сюда... А, блядь, Настя, иди нахрен! Ты чё, блядь? Ты чё, охренел, а, что ли? Да пошли вы в жопу! Ой, фу, на пистолет мы уже клацали. Блядь. Нахрен вы сказали про пистолет? Сика, забаньте его на час. Куда бы вас тут поставить можно было? Контент, ребят. Тут очень плохое место для этого, тут склон. Вас, короче, не поставят. Ладно, в руках буду держать. Хотите, прогуляемся, покажу вам парк? Понял. Просто человек. Хотите, покажу вам парк свой? Чел, готов? Тут какая-то мега пиздилка, Андрей. Вот это было крепенько. Следующий. Крепенько. От Андрея Вячеславовича? Как быстро достать 1000 рублей? Никак. Я сняла шорт. Вау-вау-вау-вау-вау. Сейчас трясти начнет. Снимаю для вас шортики, ребят. Снимаю, вот. Вау-в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 ау-
же, посмотрите, какая-то тёлка, 10 тысяч фолловеров, у нее галочка. Какого хуя? Какого хуя происходит, блядь? Какого нахуй хуя происходит? Hello, мистер Shadow. И вот, да, Ридли, вот, ну ладно, на самом деле, я не знаю, сколько ей лет. Фу, блядь, фу, блядь, фу, блядь, фу, Да не, Меренки, я-то понимаю все, но просто у меня жопа пригорает, то, что я знаю несколько девочек, которым, сука, не дает партнерки, при том, что у них не такой контент, при том, что они адекватные, фолловеров у них больше, но им просто не дают, потому что так. Блядь. Ебать. Бля, какой... Ебать, нахуй орать? Погибай! Сука, умри! Умри, блядь! Ну все, все. Ебать, это продолжается. Опа, это женщины играют в КС! Ебать! Сюда, поехали! Сосать! 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 Ебать! Что это вынужденный рерол игры, которая проходится. А это ультрамашина. Извините. Алло, да, приветствую. А, да? А, да? Ага. А ты не стримишь? Ты не стримишь? Чё так быстро? А, ну ладно, извини. Ха-ха!
Поехали уже на миссию. Да, поехали уже. Добрый, плохой, злой. Перед домом. Да, свет спит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Поедем. Да хватит. Я не помню, какая из них. Ляж всегда прекрасно. Соси, Тендерли! Диана, соси! Опа. Так. Я так понимаю, у нас намечается бой, да? В бассейне с акцией. Это, ой, убери эту хуйню. Ну, давай, не буду я это все. Фу, хуйня какая-то, она выглядит не очень. Уйди. Да, да уйди, убери ты эту хуйню, блядь, тут. Ну, давай Мияги тогда. Ну, видишь, он нормальный. И они, кстати, выхерили. Убиваем. А, у него все назывался «Останавливай режим», ясно. Он сегодня почти не спал, кстати. Вы чё, ебанутые?! Чё? Как это произошло? О боже. Ой, толпа ящеры, блядь. Пиздец, блядь. Просто... А как там можно продать? Я же вам сказал, это плохо кончится. Ну это же тупо. Кто знал? Это же тупо. А, чел круглый квестовый. Ебать, эмоциональная какая. С маком можно ебаться только в задний проход, анально. Засовывая при этом анально себе же шнуры из мака в жопу, потому что в мак ты вставить не сможешь ничего. Поэтому, если вы хотите помесить глину, допустим, да, а вы любитель потолкаться на заднем дворе, но при этом вы покупаете себе мак. Будьте готовы то, что ебать вас будет мак, и вы будете как бы пассивом в этой неравной битве, потому что вставить в мак вы не сможете ничего. Абсолютно. Так, ебать. Хорошо. Они открыты или закрыты? Пиздец. Это закрыто. Но пёсель здесь гавкал. Ах, блядь! Ох, ёб твою мать. Да не, не беги, ты замерзнешь и заболеешь и умрешь на. Вау, вау. Нереальный контент, нереальный. Что вы чувствуете после этого безумного поступка? Умри. Подписывайся на Fail Grey. Пошли, тебе играть.